Анонс и точно дата выхода 277 серии турецкого сериала «Доверенные». 277 серия сериала выйдет в эфир 21 декабря. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Сихер не отходит от больничной постели Ямана, и она всегда с ним разговаривает. Она говорит Яману о том, что как только он поправится, то они снова начнут идти по одному пути. Впереди их ждет много остановок. Они будут гулять вместе с тросточками в руках и спорить о том, какие лучше подарки купить для их внуков. Недим сообщил Сихер, что они проверили всех врагов Ямана, но никто из них не может быть причастен к произошедшему. Для нее нет никакой разницы, кто это сделал, но этот человек должен понести заслуженное наказание. Она требует найти виновника любыми способами. Али очень волнуется за Дойгу, и она устала от того, что он переживает за нее, как за маленького ребенка. Когда он предложил Дойгу прогуляться, то она отказалась и просит не волноваться за нее. Джанан сказала Сихер, что если с Яманом что-то случится, то у нее хватит сил поддержать всю семью. Сихер очень не понравилось сказанное Джанан, и она стала спрашивать, для чего это все говорится. Эти выражения напоминают Сихер о той боли, из-за которой они все здесь оказались. Сихер поблагодарила мать Ямана, но она совсем не нуждается в ее утешении. Напомним, 277 серия сериала выйдет в эфир 21 декабря. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.